Когда мужчина готовит, он делает это для удовольствия. Тем более, если готовит он на костре. Ведь это всегда шампуры или казан, а значит, это шашлыки, лагман, уха или плов. А главное, это всегда друзья и родные. Это вино и хорошее настроение. Именно для мужчин, настоящих ценителей костровой кулинарии, мы принесли добрую весть. Мы разработали печь под казан, которая позволяет осуществлять абсолютно равномерный нагрев казана по всей окружности. Печь под казан имеет уникальную конструкцию. Такая конструкция позволила достичь максимального КПД. Например, для того, чтобы вскипятить 20 литров воды, вам понадобится всего 2,5 килограмма дров. Печь под казан предназначена прежде всего для работы с казанами 22 и 30 литров, а также с чугунной решеткой гриль диаметром 450 мм. Помимо этого, с помощью чугунной четырехкомфорочной плиты вы сможете использовать казаны меньшего диаметра, саджи, сковороды и прочую посуду. Дорогие друзья, печь под казан с самого начала была задумана как изделие премиум-класса. Поэтому, вопреки законам рынка, мы не экономим на материале и комплектующих. Мы берем самое лучшее и, используя собственные разработки, создаем для вас наши печи. Мы от всей души хотим, чтобы наша продукция доставляла вам радость. Приобретая печь под казан, вы приобретаете удовольствие. В этом видео я более подробно расскажу вам о печах под казан, которые мы производим. После того, как была наша печь уже сконструирована, мы провели в сети самостоятельный поиск подобных конструкций, ничего не нашли. Дополнительно перед подачей документов в Роспатент проводился патентный поиск уже специализированной организации, которая также дала отрицательный результат. То есть однозначно аналогов не существует. И действительно, наша печь, в частности данная модель под казан 500, имеет уникальную конструкцию и способна осуществлять абсолютно равномерный нагрев казана по всей окружности. Посмотрите, вот так работает обычная печь для казана. Все тепло от огня устремляется прямиком в трубу, в результате чего нагревается только задняя часть казана. Кто обжигал новый чугунный казан, тот знает, вам приходилось проворачивать его, чтобы он побелел по всей окружности. А вот так работает печи под казан. Весь казан буквально объят пламенем, отдающим максимум тепла казану, после чего продукты горения попадают в полость между наружной стенкой печи и топкой, продолжая обогревать воздушную рубашку печи, и только после этого уходит в атмосферу. Такая система позволила достичь максимального КПД. Например, для того, чтобы вскипятить 20 литров воды, вам понадобится всего 2,5 килограмма дров. Печь располагается на трех опорах, снабженных колесами, причем заднее колесо поворотное с тормозом. Благодаря колесам перемещать печь массой в 130 килограмм можно буквально одной рукой. Печь под казан очень устойчива. Вот я сижу на ней, вешу, и она не шелохнется. Термометр, которым мы снабдили нашу печь, поможет контролировать температурный режим, а держатель крышки для казана или другой посуды поможет избежать мучительных поисков места, куда бы ее поставить. Труба дымохода из нержавеющей стали общей высотой 1,5 метра имеет диаметр 115 мм. Все печи под казан обязательно комплектуются искрогасителем. Наши печи имеют эргономичную боковую полку для посуды и аксессуаров, отделанную лакированным деревом, а также полку для дров, выкрашенную в желтый цвет, что является фишкой нашего бренда. Отдельно хочу сказать о лакокрасочном покрытии печей под казан. Перед окраской все наши печи обязательно проходят абразивоструйную обработку. Это делается для образования шероховатости, которая улучшает адгезию. Благодаря этому краска лучше держится на металле и служит гораздо дольше. Для окраски наших печей мы используем термостойкую краску Церта, выдерживающую до 1200 градусов Цельсия. Учитывая конструктивные особенности, а именно тот факт, что внешний корпус отделен от топки и не нагревается выше 400 градусов, лакокрасочное покрытие будет оставаться невредимым в разы дольше, и печь будет радовать вас опрятным обликом много лет. Из дополнительных аксессуаров мы рады предложить вам два вида крышек для печи. Первая крышка под чугунные конфорки диаметром 300 мм. Такие крышки позволят использовать казаны меньшего диаметра, саджи, сковороды, чайники и прочую посуду. Вторая крышка предназначена для работы с чугунными конфорками диаметром 450 мм, а также чугунной решеткой гриль того же диаметра. Такая крышка позволит использовать еще больше спектр посуды, а также насладиться блюдами, приготовленными на гриле. Для тех, кому по какой-либо причине не нужны полки для посуды и дров, мы предлагаем комплектацию без них. Данная модель также лишена термометра, а топочная дверца не имеет стекла. Также предлагаем еще одну комплектацию печи под казан 500 для тех, кто будет использовать ее стационарно. В такой комплектации печь не имеет колес и стоит жестко на трех опорах. В заключение хочу сказать, чем обусловлено такое название под казан. Дело в том, что это симбиоз двух слов, первых четырех букв моей фамилии и словосочетания, определяющего назначение данной печи. Поэтому слово «под казан» в данном случае стало существительным и пишется слитно.